этой рукой. Пожалуйста, подойдите сюда. Пройдите и поместите руку на стол. Так, сейчас прогоню несколько тестов. Попробуйте пошевелить рукой, пожалуйста. Чуть-чуть подстроим. Подождите. Хорошо, еще раз. Кажется, я вижу, в чем проблема. Еще раз, пожалуйста. Ладно, все в порядке. Но я советую еще немного повозиться, чтобы все откалибровать. Пойдем на стрельбище. Ха. У него штурмовой экзо. У бедолаг нет ни шанса. Пошли. Снова тут, Илона? Пытаешься что-то доказать? Мне стараться незачем. Первое место все равно за мной. Ха. Ладно, собирайся. На твоем экзо установлен овердрайв. Используй его, чтобы получить тактическое превосходство. Батарея овердрайва садится очень быстро. Используй его с умом. Когда будешь готов, займи позицию. Начинаю тренировку. Первый раунд. Смотри, куда стреляешь. Используйте овердрайв. Третий раунд.
Используйте овердрайв. Тренировка завершена. Оценка хорошо. Неплохо. Теперь метание гранат. Нужно потренироваться с разными типами. Босс, мы готовы снова запустить симулятор. Босс понял. Мы с Митчеллом будем через минуту. Хорошо. Возьми гранаты и давай на исходную. Ты можешь переключаться между типами гранат на ходу в зависимости от цели. Включи пульт. Кидай сенсорную гранату! Выстрели сквозь стену, чтобы поразить их. Переключись на Эми, чтобы уничтожить дроны. Метни смарт-гранату и держи прицел. Хорошо, повторим, теперь всерьез. Начинаю тренировку по метанию гранат. Использую сенсорную гранату еще раз. Оценка удовлетворительна. Удовлетворительно – это неплохо. Начинаю тренировку по метанию гранат. Тренировка завершена. Оценка хорошо.
Начинаю тренировку по метанию гранат. Начинаю тренировку по метанию гранат. Завершена оценка. Хорошо. Начинаю тренировку по метанию гранат. Завершена оценка. Отлично. Они сказали, что это была атака КВА. Эти твари наглеют с каждым днем. Убили всех заложников, поставили к стенке и расстреляли. Никаких переговоров они и не планировали. Тогда и мы обойдемся без переговоров. Активирую тренировочные дроны. Активирую тренировочные дроны.
активирую тренировочный дрон. Активирую тренировочный дрон. Тренировка с дронами закончена. Активирую тренировочный дрон. Дронами закончено. Зевай, Айронс будет наблюдать за тобой. В этот раз веду я. Собирайся. Выбирай свою выкладку. В лифт. Джокер, мы поднимаемся. Переключи симулятор в режим штурма. Вас понял. Мы готовы. Подготовка режима штурм. Запускаю симулятор. 3, 2, 1. Хорошо. Старт. Я веду. За мной. Вот и они. Сними их. Пользуй драйв! Крыло. Нас ранят! Честно, вперед! Ладно, выбери точку входа. Врываемся в пресс-центр. Захожу в кухню! Yeah.
Мистер Президент, мы здесь, чтобы спасти вас. Ваш идентификационный код? Альфа, Зулу, Танго. Код принят. Держитесь за нами. Вперед! Атлас 01, внимание! К вам направляется большой отряд противника. Вас понял, Пророк. Дроны! Митчелл, используй штурмовой дрон. Запускай дрон. Солдаты врага впереди. Контакт! Чисто! Продолжай движение! Пошли, пошли! Пророк, мы приближаемся к северной подъездной дороге. Нужна немедленная эвакуация. Вас понял, Атлас 01. Транспорт на подходе. Не останавливайтесь. Президента внутрь. Хоть на этот раз не облажайся. Похоже, теперь у нас есть оператор. Он скоро будет, сэр. Он готов к реальной работе. Отлично, сынок. Я рад, что ты в Атласе. После Кореи я думал, мне не подняться. Айронс дал мне цель, ради которой можно жить. Но войти в дверь – это первый шаг. Потом надо доказать, что ты пришел не зря. Первый шанс я получил через 2 месяца. 12 часов назад на научно-техническом саммите в Лагосе был взят в заложники премьер-министр Нигерии Самуэль Абидойя. Мы считаем, что это дело рук КВА, террористической группировки, которую финансируют бывшие...
Ты чеченские сепаратисты. Местонахождение и личность ее главаря по кличке Аид по-прежнему неизвестны. Хотя причины похищения не ясны, оно явно продолжает серию приписываемых КВА нападений, имевших место в течение последних лет. Ваша задача – войти в контакт с командующим спецслужбами капитаном Аджани и обеспечить немедленное освобождение премьер-министра. Они думают, что умеют освобождать заложников. Мы покажем им класс. Шевелись, салага. Да погоди еще. Нет синхронизации. Так, есть. Впечатляющие штуки. Ух. Не влюбись в эти игрушки. Все равно дело не в них, а в солдате. Гидеон, мои люди на местах. Мы готовы начать операцию по сигналу. Понял. Через 5 минут. Господи. Постарайся не угробить нас, салага. Вас понял. Что у тебя? Пошел сигнал с дрона. Передаю. Вас понял. Готовность. Подходим к зданию. Два человека к окнам. Уходим, уходим! У нас гости из КВА. Южная комната, второй этаж. Защищайте дверь! Продолжаем движение. Впереди конференц-зал. Пожалуйста, я. Остаться здесь должен только я. Я. Это премьер-министр. Босс, смотрите, кто с ним. Уберем его. Наш приоритет, премьер-министр. Мы люди. Мы умрем. Виновные и невинные. Вопрос лишь в том, когда и как. Мы все в руках Божьих. Его убийство ничего не даст. Ты ошибаешься. Оно даст нам очень много. Пророк, они убили заложника. Будем атаковать. Атлас 2-1, у вас все полномочия. Всем-всем, мы можем идти. 3 минуты до рубежа, Альфа, отчет пошел. Если мы ударим, они убьют премьера. Они все равно его убьют. Мы его вытащим живым. Давайте поживее. Видеосигнал от командования. Покажем им, на что способен Атлас. КВА слишком долго терроризировала регион. Пора им намекнуть. Пожать руку премьер-министру, и весь регион будет мой. Возьмите его живым. И помягче. Давление? Какое давление? Удачи. Заперто. Митчелл, выноси. Мои люди на позициях. Без команды не стрелять. Понял. Двинулись. Включить магнитные захваты. Вверх по стене.
если за него не зацепится. Мичел, готовь глушилку. Комната заложников в 100 метрах. Сюда. Пророк, мы зачистили периметр здания и выдвигаемся к точке X. 2-1, понял. Вперед. Чисто. Митчелл, Джокер, посмотрите, что там. Что это было? Гармонический импульс. Засекает органику за любой преградой. Начинаем выступление. Ладно, Митчелл, ты будешь нашими глазами. Разведка засекла 4 бойцов ГВА в комнате. Уберем их вместе. По твоему выстрелу, Митчелл. Митчелл, отметили. Начинаем выступление. Ладно, Митчелл, ты будешь нашими глазами. Разведка засекла 4 бойцов ГВА в комнате. Уберем их вместе. По твоему выстрелу, Митчелл. Враги. Все цели уничтожены. Группа «Атлас», всем стоять! Похоже, Аид смылся. Это не наша проблема. Митчелл, охраняй премьеров. Митчелл, освободи премьер-министра. Они убили всех заложников. Ученых с нашего саммита. КВА были нужны они, а не мы. Аджани. Что? Мои люди видели их в фургоне. Цвет. Какой цвет? Белый. Где он? Что? Уходит из центра. Отлично, пошли. Альфа, на вас периметр. Сэр, вы в безопасности. Спасибо, солдат. Камера засекла белый фургон на Independence Road к юго-западу от вас. Понял. Чертов час пик. Армия Нигерии! Убирайтесь с дороги! Крыша автобуса враг к РПГ! Брось в них сенсорную гранату! У них пулеметы! Не лезь! Аперген на балконе! Солдаты, пойдем впереди!
возле магазина! Пошли. Мы можем срезать по переулкам. Сюда. 2-1. Грузовик в половине клика к югу от вас. Вас понял. Мы на месте. Контакт. Все чисто. Сюда, через ворота. Ясно. Сюда. Идут. Направо, быстро. Вверх по лестнице. Митчелл, заходи с фланга! Зайди ублюдку за спину! Отличная работа, Митчелл.
2-1. Грузовик съехал к западу на Liberty Highway 500 метров. Уже близко! Сюда! Надо перебраться через эту стену. Давай через дорогу. Митчелл, давай через угол. Беги через улицу! Митчелл, давай через улицу! Осторожней! Один час! Вас понял, пророк. Митчелл, за мной. Грузовик в зоне видимости. Вижу. Да, черт, не могу прицелиться. Да пошло оно все. Начинаем. Уничтожь джипы! Готовься к прыжку! Гидеон, мы вас не видим! Преследую цель! Идет на юг по шоссе! Найди транспорт и за мной! Вас понял! Держись ближе! Мы вас не видим. Преследую цель. Идет на юг по шоссе. Найди транспорт и за мной. Вас понял. Держись ближе.
Прыгай! Грузовик на 12 часов! Прыгай! Держи! Эй, не спим. Отдохнем, когда я скажу. Пожалуйста, скажи мне, что он жив. Да прекрати ты, он дышит. С трудом. Какого черта им от него нужно? Не знаю, мне плевать. Это решать большим шишкам в штабе. Тебе что, мало платят, Аджани? Вы сделали все, что обещали. Сегодня я угощаю. Ты молодец, Митчелл. Жизнь в «Атласе» была не такой, как в морской пехоте. Но я не жаловался. Под угрозой были жизни людей. И «Атлас» немедленно минуты пришел на помощь заложникам. Черт возьми, Гидеон. Не знал, что ты звезда экрана. Спокойно. Ясно, что ты и деревня раньше не видел, чтобы у человека все зубы были на месте. Но ты держи себя в руках. Слушай, забавно, а ведь твоя мама... Что? Нет, ты это видел? Неплохо, да? Тебе везет. КВА крутеет с каждым днем. А что будет с парнем, которого мы вытащили, а? Айронс все сам. Ну и гуд. Круто, чувак. Офигительно круто. Как и ты, сынок. Как и ты. Мы могли бы как-то вам помочь, сэр? Но можно начать с пива. Есть кое-что получше. Сюда, джентльмены. Есть военная поговорка. Люби своих солдат как собственных сыновей, и они пойдут за тобой в любое пекло. Я потерял сына. И понял, как важно не упустить время и сказать то, что хочешь сказать, пока еще не поздно. Вы, джентльмены, отлично поработали. Лагос — это потрясающие возможности для «Атласа». Я вам благодарен. За вас, парни. Ведь Гидеон был прав. Нам повезло. День ото дня КВА становилась круче. А ее планы грандиознее. Люди мира,
Вы укрылись под защитой новых технологий. Технологии — это рак. Я пришел, чтобы излечить вас. Мир вернется в свое естественное состояние. Я, Аид, ваш спаситель. АРС-2, прошу визуальной отметки на карте. Как слышно? Все видели? Итак, у нас есть достоверные данные о том, что КВА пытается расплавить реактор. Мы входим через южный двор и движемся на север. Нам нужно в зал управления. По местам.